Аля, живой! Вот. Солдат спецназа оккупационной российской армии в оккупированной территории попал на мину. Кадры, снятые российским военным, распространены в телеграм-каналах. На кадрах видно, как оккупанты, прекратив продвижение, пытаются спасти раненого солдата. Сейчас. На месте стой! Стоим на месте. Вот. На мине ранило борца. Сейчас стоим на месте. Гурит живой, сознание, все нормально. Кабар с Искалем сейчас оказывает ему первую помощь. КамАЗ подходит. Мне сказали не двигаться, пока сейчас не разберутся ситуацией.